Граждане Таджикистана в очередной раз стали жертвами фабрикации со стороны российских спецслужб. Так, 14 августа в Москве арестованы граждане Таджикистана по обвинению в подготовке серии взрывов в столице России. Как сообщили в российские СМИ, Сиевуши Давронзода, Сулаймон Бурхонов и Давлатер Хаджиев заключены под стражу до 11 октября. Все трое являются гражданами Таджикистана, уточняет Интерфакс со ссылкой на оглашенные в суде материалы уголовного дела. Берем пробу вещества, маленький кусочек. По заявлению ФСБ России, граждане Таджикистана якобы планировали устроить в Москве серию терактов с использованием мощных бомб. Напомним, что российские спецслужбы в последнее время избрали выходцев из Центральной Азии козлами отпущения. Уголовные дела по обвинению мигрантов в терроризме фабрикуются одно за другим, причем сфабрикованность данных обвинений очевидна всем. Однако власти Центральной Азии молчат по поводу всех этих преступлений и не заступаются за своих граждан. Как отмечают наблюдатели, российские спецслужбы организуют липовые предотвращения терактов для поддержания в стране атмосферы страха, тем самым укрепляя положение режима и противостоя оппозиционным настроениям в обществе.